Господи боженьки, что творится? Это я, твой друг Криптофейс, и нам надо поговорить. Это, без сомнения, будет самое важное видео о криптовалюте, о биткоине, о том, как мы будем торговать или не торговать. Будем ли мы докупать, будем ли выкупать? Никогда раньше мы не выпускали настолько важное видео, и это происходит прямо сейчас, и это сейчас наше ближайшее будущее. Биткоин впервые за долгое время вырос на 40% всего за полторы недели, две недели, ну, в неделю ведь 7 дней. За две недели он вырос на 40%. Новые all-time highs, 90 с чем-то тысяч. Что делать? Как торговать прямо сейчас? Многие, наверное, уже упустили момент. Многие погорели на этом. А многие зарабатывают или уже заработали на этом кучу денег, а еще многие зарабатывают на этом деньги и тут же отдают их обратно. Эмоции начинают брать верх. Все засажены по полной и все с десятым плечом. Взлеты, падения, уныние, радость, отчаяние. Это настоящий праздник, это жара, это время максимальной радости, но также время глубочайшей печали. Вот что происходит на рынке криптовалют и биткоина, и тут есть о чем поговорить. Я расскажу вам одну суперскую торговую стратегию. Я пользовался этой стратегией на последних 3-4 сделках, она очень простая, она работает на всех таймфреймах. Я сам торговал на низких, но я дам вам эту стратегию, и о стратегии мы сейчас и поговорим. Итак, во-первых, начнем с дневного таймфрейма по биткоину, и опа, у нас тут импульс. Возможно, вот тут клипануло. Да, на самом деле тут был клип. Синяя волна, мощный импульс, но есть еще куда расти. Есть куда расти. Money flow растет, все идет вверх. RSI все еще сильный. Сильный RSI не означает, что он прямо сейчас развернется. Это просто означает, что он сильный. Как и вот этот RSI. Когда RSI поднялся высоко, он не развернулся и не ушел в медвежку. Ну да, немножко откатился, но нет, он все еще сильный. Все еще сильный. И может, так оно и будет дальше. Так вот, рост на 40% за две недели. Если посмотреть на эту дневку, оба последних раза, когда у нас было клипирование, это дневной таймфрейм, напоминаю, и вот раз, два, три, четыре, раз, два, три, короче, 3-4 дня, когда цена как бы остывает и консолидируется, или немного идет вниз. Итак, где мы сейчас? Давайте-ка посмотрим, случится ли остывание на пару дней. Может быть, коснемся этого пунктира, может, уйдем ниже, может, выше, поживем, увидим. Так вот, сейчас время для чего? Сейчас самое время для дисциплины. Я серьезно, сейчас нет ничего важнее, чем быть дисциплинированным, умным трейдером. Независимо от того, была ли у вас только что удачная сделка, большая выручка, нужно не слить ее, не поддаться FOMO. А даже если поддаться FOMO, то лучше так, чтобы остаться в итоге в прибыли. Жадность на рекордно высоком уровне, и это касается нас всех, включая меня. Да, включая меня. Итак, биткоин, дневной таймфрейм. Вот как это выглядит прямо сейчас. Еще раз, большой импульс, высокий RSI. Может быть, у нас есть пара дней в запасе, может нет. Давайте посмотрим поближе, что у нас тут имеется. VWAP снижается. Импульс все еще большой, но VWAP снижается. Поэтому, скорее всего, VWAP загнется обратно наверх. Money flow вроде как идет вниз на 4 часах. На 2 часах это хорошо видно, что money flow затухает. Давайте сделаем такое предположение, что money flow сделает уп, типа вот как-то так. Ну и что? Сколько это будет длиться? Думаю, пару дней. Вот, посмотрите, 3 дня. Если так пойдет дальше, то, похоже, это 3-4 дня, что плюсует к нашему прогнозу, нашему предположению, но наши предположения и прогнозы могут меняться. Мы имеем на это право. Мы не говорим, вот, так будет, только так и никак иначе. Это просто наше предположение. И если он опять клипанет, как 3 раза до этого, и снова вырастет, то чего удивляться? Может быть, он просто консолидируется 3-4 дня или больше, или меньше. Посмотрим, пока кажется, что это на 3-4 дня. Скоро мы это узнаем. Ладно, после этих
пампов. Тех, кто упустил момент, охватывает ФОМО. Все, кто поднял на этом денег, хотят еще. Я точно хочу. Я сейчас чертовски жаден. Одни эмоции. Я даже не смог постримить. Я не смог постримить, потому что вы тоже все были на эмоциях. Боже, открываю стрим, открываю чат, погнали. Как будто открыл ящик Пандоры, откуда полезли червяки, вампиры, восьминоги. Бежим! Не, ладно, было прикольно. Так вот, какую стратегию я применил на своих последних нескольких сделках? На самом деле, я наколбасил прямо сегодня вечером, точнее днем, ну сколько там, ну там 1157, что там. Она называется Stop Loss Вход. Stop Loss Вход. И это очень простая идея, очень логичная. Идея такая, когда у нас вырисовывается некая структура. Так, это тут я только начал присматриваться. Так вот, мы видим, как здесь цена сделала уп, упала, потом бэмс, поднялась, потом бум, и снова упала. И сделала, цитата, «нечто похожее на двойное дно», да? Если бы мы стримили сейчас, то все бы в чате стали бы орать «двойное дно, лонгуй, двойное дно», да? И поэтому среднестатистический трейдер скажет «окей, зайду-ка я прямо здесь, ага, и поставлю стоп-лосс, ну, где-то здесь, или чуть даже пониже». И что касается меня, то торгуя с кредитным плечом, ну да, мы залезаем, мы прощупываем, лосим понемногу, мы хотим, чтобы наши убытки были небольшими, поэтому мы заходим, нащупываем позицию, можем выйти из нее пару раз, чтобы встать в хорошую позицию и защитить себя от больших убытков. Понимая это, и снова, притворимся, что всего этого еще не было. Это похоже на двойное дно. А мы хотим зайти там, где у всех будут расположены стоп-лоссы, а именно здесь. И что я сделал? Я поставил свой вход здесь. На самом деле я ничего не ставил, это все происходило в реальном времени. Я просто вошел в реальном времени, не ставил лимитку, я вошел в реальном времени, когда увидел вот этот фитиль. Ну и конечно, нужно все остальное тоже учитывать. Нельзя делать это вслепую, потому что график мотает, конкретно мотает на низких таймфреймах. Понимаете, что я имею в виду? Поэтому смотрю сюда, money flow поднимается, верно. Если я захожу здесь, денежный поток идет вверх, RSI зеленый, погнали. Вот здесь все будут делать вход, вот здесь все будут ставить свои стоп-лоссы, а мы зайдем с той позиции, где у всех стоят стопы. А если вы смотрели на хит-мапу, то вы знаете, что цена в 99 случаев, цена движется только туда, где есть стопы и где есть ликвидация. Это факт. Так оно и работает. Так создается волатильность. Так что это хорошая вещь. Хорошая вещь. Мы будем как китайцы. И это наш шанхайский стоп-лосс-вход. Я сделал это уже раза 3 или 4. Это работает на всех таймфреймах. Шанхайский стоп-лосс-вход. Все растет. Но только будь осторожен, потому что очень просто отдать. Если ты зарабатываешь деньги, то не отдавай их все обратно. Пускай сделка сама придет к тебе. Прочекайте RSI. Посмотрите дневной график. Окей? Мы колеблемся в диапазоне 80-95 тысяч. Мы добрались вот до этой линии. О, да. Конечно же, я подумал про этот шорт. Но, конечно же, я не стал бы тут шортить ни за что. Мы доходим до 95, и тут дальше открывается космос. По-моему, нас там что-то ждет. Прямо сейчас вивопсы снижаются. Посмотрим на двухчасовом. Двухчасовой очень важен, что там в часовом таймфрейме. В часовом money flow сейчас снижается и подходит к средней линии. Почти коснулся средней линии, ноля ближе к нулю, даже чем до скачка, до движения наверх. Но прямо сейчас я вышел. Сейчас я не торгую, но это может измениться в любую секунду. Я слежу за money flow. Буду следить на двухчасовом, посмотрю, будет ли money flow идти вниз. Можно нарисовать предположительно, как оно дальше пойдет в следующие 3-4 дня. 3-4 дня. Это совпадает с консолидацией импульса на дневном. Там мы решим. Будем следить каждый день, каждый час. Нефть, цена продолжает падать. Что еще? Ripple People, я рад за вас. Поздравляю. Все растет. Все растет. Пепе. Я так понимаю, что Пепе на all-time high.
Я в него верил. Кстати, я еще не решил насчет «Черной пятницы», но я думаю... А знаете что? 60%. Все же делают свои специальные предложения. Ранние специальные предложения Black Friday уже начались. Давайте-ка и мы тоже так сделаем. У нас есть код на скидку 60%. Давайте, код будет «Гобл-гобл». И пусть предложение будет действовать до конца ноября. Вот такой вот я безумец. Нужно быть осторожными. Мне нужно быть осторожным. Жадность, эмоции на высочайшем уровне. Биткоин кажется несокрушимым. Как будто бы ничто не может его остановить. Как будто он может просто будет расти вечно. А затем он смоет тебя. Просто на откате возьмет и смоет. Давайте лететь по приборам. Сделать все правильно — это не главное. Сейчас очень сложно иметь идеальный вход, и еще сложнее иметь идеальный выход. Важно суметь забрать то, что рынок может дать тебе. Может быть, рынок даст нам слона, но мы не можем съесть всего слона. Мы можем откусить ровно столько, сколько поместится у нас во рту и в животе. Так что забирайте прибыль. Всю прибыль, которую я получил, я вывел и вернул на свой счет к начальному балансу. С каждой сделки. Если я сделаю 200 тысяч, вывожу 200 тысяч, откладываю в сторону. И делаю 400 тысяч, вывожу 400 тысяч, откладываю в сторону. У меня так. Я не буду учить вас, как делать вам, но я так делаю.